Лыжная трасса длиной в 600 метров в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха полностью готова для занятий. Основу для нее подготовили с помощью пушки с искусственным снегом. Сейчас продолжаются работы по снижению на центральной поляне возле входа. Также начинается подготовка участка длиной 2,5 километра на большой 6-километровой трассе, которая станет одной из лучших в Московской области. Стоит отметить, что на территории Одинцовского парка по средам и четвергам проводятся бесплатные тренировки «Лыжи с нуля».